На международном многожанровом конкурсе фестиваля «Творческие люди» в Саранске Ирина Николаева исполнила сольный номер «Цыганский танец «Бричка». Для женщины это было непростым вызовом. Чувствовалась большая ответственность перед коллективом и педагогом. Пришлось максимально собраться силами. Результат получился впечатляющим. Ирина Николаева получила звание лауреата второй степени. Это ответственно очень. И хочется и себя показать, и хочется показать, чему нас научил руководитель Галина Сергеевна. Не хочется подвести. Сначала, конечно, растерянность была, но потом осознание пришло, что как это круто. Учитывая, что было очень серьезное жюри, и я считаю, это лично мое это достижение. Первое занятие проекта «Красивый возраст» состоялось в сентябре прошлого года. Сначала была одна любительская группа из 15 человек. Встречи были направлены на поддержание здоровья людей старшего поколения и вовлечение их в социальную жизнь. Со временем образовался ансамбль «Красивый возраст», который неоднократно успешно выступал как на городских праздниках, так и на выездных конкурсах. На фестивале «Творческие люди» коллектив исполнил испанский танец и стал лауреатом второй степени. По словам руководителя Галины Сайгушевой, сезон получил ярким, плодотворным, богатым на различные победы и события. Стоит обращать внимание именно на эти вопросы, когда нам нужно поддерживать людей старшего поколения, а не только на словах, но и реальными делами. И с тем способом, которым я могу сделать жизнь ярче, интереснее, радостнее, это танец. Я очень рада, что именно эта деятельность вдохновляет людей, у них загораются глаза. Появляются новые яркие краски, знакомства, поездки. То есть жизнь начинает бить полным клювом, полной радости и восторга. Ансамбль всегда открыт новому, поэтому помимо занятий и выступлений у них есть и съемки клипов. Недавно участницы ансамбля записали танцевальный клип на берегу реки. Многим женщинам это подарило не только яркие эмоции, но и заряд вдохновения и мотивации. Это красота, это зелень, это первая такая зелень, яркая. И мы там, извилина реки, лес, мы танцуем. Это сказка. Я никогда не думала, что в таком данном возрасте мне предстоит вот такое чудесное перевоплощение. Многие женщины никогда не танцевали или только мечтали об этом. Ансамбль подарил им возможность приобрести новое хобби, познакомиться с людьми, подружиться, раскрыть таланты, научиться красиво двигаться. Все это оздоравливает и омолаживает не только тело, но и душу. В коллективе у нас такой азарт. Мы танцуем очень самозабвенно, стали участвовать в конкурсах, хотя конкурсы – это на самом деле не главное. Главное – это то, что мы приходим, общаемся, двигаемся и получаем эмоциональное удовольствие. Я поняла, танцы – это такой способ быть вечно молодым. Летом ансамбль «Красивый возраст» уходит на каникулы, но в сентябре соберется вновь. В проект приглашают всех желающих людей старшего поколения. Можно присоединиться к танцевальному ансамблю и группе оздоровительной гимнастики. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.